Накануне юбилея хочу сообщить, что наша газета из сегодняшних выпускающих газет вузов самая старая. Мы старше на несколько дней только одной магнитогорской газеты машиностроительного института. А так мы самые-самые старые. Я поздравляю нашу газету по той простой причине, что она и в 60 лет выглядит как в 16, как в 17, как первокурсница и по духу, и по стилистике, и по оформлению. И хочу, чтобы и на 100-летие наша газета была одной из лучших в России, была такой же и с одной стороны и серьезной, и с другой стороны очень интересной. Команда Юргу ТВ также присоединяется к поздравлениям и желает дальнейшего процветания и незабываемых новых выпусков.